Всем привет! В этом видео хочу рассказать о одном важном контенте, который ждет нас в ближайшем обновлении. Речь пойдет о кузнице, а именно о крафте усиленного мифического снаряжения. Я решил выпустить это видео, потому что к этому обновлению можно и желательно подготовиться уже сейчас. И начнем по порядку. Начнем мы о самом крафте. Я покажу, как это реализовано сейчас на корейской версии, но хочу отметить, что этот контент был добавлен давным-давно, но в нем так ничего и не изменилось. То есть, скорее всего, у нас будет то же самое, вопрос только когда. Я покажу на примере крафта пушек. Крафт заключается в том, что мы берем три любые однослотовые пушки, добавляем немного камней гравировки и получаем двухслотовую пушку. Повторю, что использовать можно пушки разных классов. Например, вот посох. Сейчас я покажу на примере другом. Например, вот у нас нам нужен посох, а мы будем использовать оружие с орки, меч, катану и так далее, любой топор, лук, все, что у вас есть, или все, что дешевле можно купить на аукционе. Пока мы тут, расскажу еще такой момент, что таким образом, с помощью этого крафта, можно также перекидывать точку, например, с одного оружия на другое. Сейчас вот покажу пример. То есть вот в крафте мы используем катану, оружие с орки и меч. Жмем ОК, и мы из трех разных пушек получаем посох плюс 2. Как это можно использовать на глобальной версии? Например, нам зашла с орка, и мы хотим сделать ее основным классом. Мы берем оружие, там, кем мы играли, мага, плюс 35 или плюс 30, насколько у вас заточено. Добавляем две любые другие пушки и в итоге получаем для оружия для сорки сразу точеное на 35. Конечно, можно просто передать точку с одного оружия на другое, но мы тогда теряем одно из оружия. А тут как бы вроде и усиливаем, но и вроде бы как и точку не теряем. Ладно, это все теория. Перейдем к тому, как мы можем уже сейчас подготовиться к этому обновлению. И расскажу я на своем примере. Сейчас я перейду на глобальную версию. Вот. Я уже немного скупил однослотового оружия. Но у меня вот в планах, например, купить... Вот для оружия я планирую купить еще 8 штук. Чтобы в общем сумме у меня получилось 9, чтобы скрафтить вот подобно этому оружию. То есть оранжевую либерту, но в виде посоха. Для другого снаряжения, из-за того, что все-таки у меня не так много денег, я планирую просто двухслотовое все перекрафтить. Вот у меня самое, одно из дешевых там оружий, броня вот самая дешевая, ботинки там тоже самые простые. Но вот я планирую купить два шлема, чтобы скрафтить хороший шлем. Потом две еще брони докупить. Ботинки. А вот для перчаток мне понадобится три пары перчаток. Но они, благо, дешевые. И в итоге у меня получится двухслотовые перчатки. И, кстати, вот хороший пример. Где я планирую взять деньги? Я планирую продать либерту двухслотовую. Да, мне повезло, я ее получил. Но... даже если бы я играл с оркой, такой вот момент, мне выгоднее ее сейчас продать, взять обычное оружие с орки, эту либерту продать и потом просто дождаться обновления и скрафтить. И сейчас покажу почему. Вот такие пушки, посохи, они стоят в среднем до 30 миллионов. И купив 9 штук, вернее, не 9, а у нас будет одно основное и 8. Ну, допустим, 9.
мы потратим 270 миллионов примерно. Также нам понадобится для крафта камни гравировки, которые я сейчас расскажу, как дешевле всего достать. Но вот примерно это еще выйдет 30-50 миллионов. И в итоге нам вот такая либерта обойдется в 320 миллионов. Это грубо говоря, там она может получиться значительно дешевле. А сейчас, даже при продаже, я продаю ее за 600 с чем-то, минус 30%, я получу на руки 430 миллионов где-то, плюс-минус. Там точно я не считал, но вот примерно так. В итоге на вар получается больше 100 миллионов. Но это дело каждого. У меня вот так вот получилось. Я планирую продать либерту и на эти деньги скупить вот все, что мне нужно. Плюс я также фармлю каждый день. И, скорее всего, то, что я задумал, у меня получится. А что хотел еще рассказать? Насчет гравировки. Лично я пока что ничего не гравировал, потому что вот у меня в планах изменить полностью свое снаряжение, обновить. Поэтому пока что вот, к сожалению, у меня все без гравировки. Но я просто экономлю камни. И вам рекомендую, если вы загравировали, то просто вот и планируете в ближайшем времени обновить оружие, то просто оставьте то, что у вас сейчас есть. Как именно сейчас можно получать камни гравировки? Самый простой вариант – это скупка оружия либерты. Вот. Оно стоит до 4 миллионов пока что на момент записи видео. И просто увеличиваем немножко стоимость, либо вот как я использую через по максимальной стоимости – и ждем, пока нам кто-то продаст. Вот все предметы, которые вы видите в моем инвентаре, были куплены именно таким способом. Если вам это видео понравилось, вы знаете, что делать. Подпишитесь, поставьте лайк. Всем спасибо, всем пока.